Далее на очереди рубрика итогов недели «Интернет-обзор». Дежурная по всемирной паутине Дарья Степанова. Даш, на этой неделе по какому поводу бурлила интернет-общественность? Ну, не особо-то бурлила, чувствуется, что каникулы наступили. Но рассказать есть о чем. Во всем мире наступил сезон падающих из окон детей. В Китае такой случай произошел в воскресенье. Годовалый малыш выпал из окна прямо в руки прохожему. Это видео на YouTube посмотрели больше 4 миллионов раз. На самом деле уникальный случай. Поймали малыша, который летел со второго этажа. Он, конечно, остался жив. Напоминаю, внимательнее следите за детьми, ведь не всегда под окном такой супермен будет проходить. А в центре Екатеринбурга сотни людей в 16:00 должны были умереть. Ну, по сценарию флешмоба все должны были одновременно упасть. Хотели напугать народ, получилось, рассмешили. А вот так все должно было быть. На самом деле цель акции благородная – привлечь внимание общественности к проблеме ядерного оружия. Упасть должны были на несколько минут, да еще так, чтобы прохожие поверили. На Вайнере же получилась куча молодежи, которые по интернет-заявке просто пришли поучаствовать. Но падать стали не все. А те, кто и пал смертью храбрых, едва сдерживали смех. Организатор нас немножко подставил, потому что он должен был сказать, когда мы должны все вместе умирать. Умирали. Душевно, круто. Дочка крепкого орешка – та еще штучка. Скотт Уиллис решила пойти против системы почти голой. Вышла на улицу топлес против запрета в Инстаграме нью-фотографий. Казалось бы, ну и что ж такого? В Нью-Йорке гулять в таком виде можно, а в соцсети появиться нельзя. За свободу тела восстали и русские блогеры. Оперативно подхватили теги. Я отдала немалые деньги, чтобы сфотографироваться ню. Так почему я не могу похвастаться своим телом? Сама решила проверить, работает ли система. Инстаграм грудь моего бойфренда не распознал как ню. Интересно, как они оценивают? У них что, своя шкала пошлости есть? Екатеринбургский фотограф Станислав Белоглазов тоже решил проверить рамки дозволенного в Инстаграме. Одну явно откровенную фотографию администраторы удалили, вторую оставили. Впрочем, я пролистала его страничку. Больше там не оказалось никаких пошлостей, что, на мой взгляд, даже лучше. Весьма патриотичная кошка Марго завоевала сердца интернет-пользователей. Животное исключительно стоя слушает российский гимн. За неделю больше 6 миллионов просмотров. Меня, впрочем, как и большинство зрителей, интересует, как именно хозяевам животного удалось воспитать кошку-патриота. Кошка-то патриота, хозяин на диване лежит.